В сентябре минувшего года этот молодой человек стал свидетелем столкновения сразу нескольких машин. При въезде на парковку девушка-водитель перепутала педали газа и тормоза, в результате чего от одного удара пострадали 4 стоящие друг за другом автомобиля. Но самое ужасное, что в этот момент между ними оказался человек. Увидел пострадавшего человека, зажатым между двумя машинами. Незамедлительно подбежал, отогнал машину и оказал человеку первую помощь. Были серьезные увечья доставлены человеку. Остановил кровотечение и дождался прибытия скорой помощи. У вас есть какое-то медицинское образование? Нет. Просто решили помочь? Да, чисто человеческая помощь. Скорость реакции и желание помочь в тот момент сыграли для парня решающую роль. От большой потери крови пострадавший мужчина мог скончаться на месте, но ему, к счастью, удалось сохранить жизнь. Любой человек должен так реагировать. И когда я это даже делал, никаких у меня мыслей не было, что как-то все автоматом так произошло. Подбежал, помог, и карету скорой помощи погрузили. И дальше уехал даже не подумав, что... Какая-то будет благодарность. Что кто-то это заметит и еще что-то. Ирина Гуть, Жаслан Джубаев, программа «Факт».